Теперь на следующий. Ты я посмотрел на Скривер и сказал, что очень активно играет первый период. Там, сказал, максимально настроиться. К сожалению, мы видно, все слова дошли. Да, на самом деле, когда мы проиграли первый период, чисто, в принципе, проиграли. Очень большой объем работы сейчас я нужно. Мне кажется, мы немножко посвежее, немножко быстрее, когда уже забили там первые шайбы, почистили, что можно играть с соперником, уже начали играть свои. Ну, я просто вспомнился, может быть, немножко играть, немножко тяжело для нас. То есть, по 4 игры подряд сейчас буквально на пару дней отдохнем, то есть, по 4 игры, то есть, и вообще насыщенный как бы месяц, 14 игр за месяц, все достаточно много. И, может быть, не всегда успеем восстанавливаться, поэтому не всегда стартуем так. Ну, то, что перебросал, наверное, опять же, за счет того, что играли, активно. Но конечный результат как бы нас устраивает. И бросали, ну, молодцы. На третий период просто вышли, где-то повезло, где-то, то есть, третий период очень хорошо сыграли, то есть, самое лучшее. Ну, собственно говоря, я не думаю, что мы два лет специально хотели, чтобы сначала загнать себя в угол, а потом из него выбираться. Я думаю, это... Не нужно было. Просто так получилось. Ну, а от Игоря Александровича мы планировали брать 3 очка. То есть, это очень важно. И с психологической точки зрения сейчас ехать как бы на выезд из Казани, «Нефтехимик», «Лада» и «Череповец». Очень тяжелый выезд. То, что мы дома сейчас взяли 6 очков за 2 последние игры. То есть, единственное, может быть, с Омском можно было попытаться один раз, когда там могли счет сделать 3-3 и не забили пустые ворота. То есть, может быть, и с Омском было. Ну, там элемент случайности большой, хорошо, что там Алексей оказался дома, я с чем, собственно говоря, поздравляю. А он немножко тоже относительно перемогой стал, то есть в начале второго периода сразу забить, то есть 2-1, уже разница небольшая, это не 2-0. Уже в самом начале третьего сравняли, опять же, быстрый гол, что нам относительно удается быстрые голы, то есть это очень важно, часто, по крайней мере, для нас сказывается на итоговом результате. Ну, считаю, что это 9 очков из 12, и, опять же, повторюсь, что с Омском можно было более удачно сыграть, и проигрывая 0-3. Ну, в первом периоде, опять же, просто элементарно не сложно, но ты проиграл период, очень сложно с такой командой, мы сыровиты, и с таким подбором игроков взять их потом, взять 3-0, отыграть, и было очень тяжело, но мы, в принципе, все пытались сделать для этого, но, к сожалению, нам чуть-чуть не повезло. Конечный результат. 3 очка взяли, то есть, опять же, 9 очков, я считаю, это хороший результат.